Итак. Тут мало места. Всем объявила, я думала, это будет сюрпризом. Да. Квартирная клетка. С Петей мы совсем недавно стали играть вместе, но он очень быстро подхватил идею, учит меня играть на гитаре. Играть я не умею совершенно. Вот, я очень ему благодарна. Я записала несколько видеофрагментов, видеоуроков, дома сижу и пытаюсь сделать то, чему он меня учил. Спасибо тебе, Петя. Thank you.